Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. И сегодня мы поиграем в игру Need for Speed Hot Pursuit. Ну что ж, давайте попробуем проехаться и посмотрим, что способна эта машинка. Так, давно мы уже с вами не играли в гоночки. Сегодня мы попробуем это сделать и посмотрим, насколько хорошо мы умеем ездить. Сейчас загрузка так долго идет. Так, ну все, приготовились. О, ребята, за мной полиция даже гонится. Вижу несколько машин. Так, тихо, ребята. Нам самое главное оторваться от полиции. Ой-ой-ой, БМВ так тяжело управляется. О, мы на крутой точили едем. У нас красная БМВ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да, вот это круто. Я хочу вам сказать, что это в действительности... Вау, так ты что. Мне очень нравится эта игра. До этого мы играли в Need for Speed The Run, по-моему. А эта игрушка называется Need for Speed Hot Pursuit. Так, отлично, прорвались мы через блокаду ихнюю. Дорога будет перекрыта по ходу вашего движения. Давайте... полиция на Ford Mustang, ребята, вы видели? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я бочиной заделся немножко. Оторвался с шипами. Аккуратненько, мы сейчас проходим. Ой-ой-ой, бампер уже отлетел. Варя. Тихо. Нет, я Ford Mustang сбил. Так, все, едем дальше, продолжаем. Так, нам еще надо и первым приехать, чтобы не проиграть. Полиция настолько мощная, что мы просто не можем вообще ничего сделать такого, что будет... Поворот, тихо. Отлично, так. Впереди, ой-ой-ой, сзади полиция. Так, впереди у нас кто? Впереди у нас Chevrolet Camaro. Передох. Его обогнали и держимся на первом месте. Так, включаем нитрос. Нитро пошел. Объезжаем шипы. Поехали. Тихо. Объект ведет себя слишком опасно. Это я, типа, да, ребята? Ой-ой-ой. Меня полиция пытается сбить. Но мы не сдаемся. Тихо. Выключаем нитро. Нитро наше любимое нитро. Проходим через блокпост. Отлично. И давайте оставим кому-то полосу с шипами. Пускай они повеселятся. Ха-ха-ха-ха-ха. Попались на полосу. Ха-ха-ха. Едем дальше. Так, полоса с шипами готова. Сейчас можем опять ее... использовали, но никто в нее не попался. Зря только потратили полосу с шипами. Так, новая машина полицейская за нами гонится. Давайте. Ой-ой-ой, на меня Эми наводит. Ребята, включаем нитро и убегаем. Меня хотели только что обездвижить. Если бы они использовали Эми, я просто бы остановился, и моя машина никуда бы не стала двигаться. Она просто бы стояла на месте, и это означало бы то, что я гоночку проиграл, ребятки. Ой-ой-ой, Эми, нет, уходим от Эми. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На мне использовали Эми, ребята. Промахнулся, я хотел использовать МИ на, короче, такой прикольной точили, но, блин, чуть-чуть не получилось, но ничего, получится в следующий раз обязательно, я думаю, так что, в общем, ой-ой-ой-ой, на Ягуаре полиция, давайте как-то ехать, уже скоро финиш, через 3 километра финиш, ребята, а я до сих пор еду на 5-м месте. Долго он не продержится.
Да, ребята, я на Audi использовал руки. Все, ребят, Егор перевернулся. Отлично, эту полицейскую машину просто уничтожили. И двигаемся вперед. Так, ребята, мы на третьем месте. Так, остался вот этот Ford Mustang, который меня так раздражает. Надо его уничтожить, чтобы он за нами не гнался уже. Так, давайте нитрос. Нитро включаем. Ребята, осталось 1,5 километра до финиша. Совсем немного. О, да, ребята, мы уничтожили полицейский автомобиль, который нам так мешал. И обгоняем Dodge Challenger. И входим в дрифт. Дрифт, дрифт, дрифт. Включаем нитро. Нитро. И едем, ребята, осталось 0,5 километра до финиша. Реально. А, не-не-не, я и хотел первый. Успел бы, не успел. Я второй приехал. Ребята, ну ничего, мы финишировали вторым и получили серебро. Но я бы, если бы я не врезался в него, я бы приехал бы первым. А так я в ему задницу врезался. И получилось, что я приехал вторым и получил серебро. Ну ничего, отлично. Так, все, тут у меня уже уровень преследования 5. Это означает, что я уже разыскиваюсь. И мы получили новую машину, ребятки, с вами. Это Dodge Challenger SRT8, ребята. До этого у нас не было. У нас был Chevrolet Camaro. Ох, ребята, вот это Dodge Challenger, я понимаю. 38 тысяч долларов стоит 2008 года. Ну что ж, в принципе, сейчас мы на нем попробуем и прокататься, если такое считается возможным или нет. Нет, это гоночка только на BMW. Так, ну что ж, берем вот этот цвет и погнали прокатимся по вот такой вот дорожке. Так, строй гоночные эти, производите нормальные рекорды, чтобы платить медали. Ага, это гонка не с гонщиками, а нужно ехать за время. Я так понял, полиция может тоже меня преследовать. Мне нужно за время проехать дистанцию. Ну что ж, давайте проедем, ребятки. Так, BMW у нас отлично себя ведет на дороге. Просто супер. Входим в дрифт. Аккуратненько. Смотрите, как красиво все. Люблю ездить в гонки. Играть вообще в гоночки. Гоночки это... Ребята, полиция. Я так и знал, я так и знал. И вот второй полицейский. Все. Надо как-то от них оторваться. У меня есть 3 полосы с шипами, которые мы можем против них использовать. Нам нужно за время доехать. Отлично. Один формистан ушел. Остался еще один. Так, полоса с шипами заряжается. Ой-ой-ой-ой, меня он хочет сбить. Следи за ним. Этот парень собирается просто бедокурить. Тихо-тихо, меня хотят сбить с дороги, но мы не сдаемся. Я проходил школу вождения, и мы обязательно должны с вами просто победить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, да, ребят, один Ford Mustang мы уничтожили просто на месте. И теперь второй. На, отлично, все, мы полицию разбили. Просто супер, полицейская машина залетела на заправку. Так, ребята, осталось до финиша 6 километров, а времени совсем очень мало. Осталась 1 минута. Для того, чтобы доехать. Как мы будем ехать, я не знаю. Нарушитель двигается по сильным. Где-то полиция меня засыпала, небо с вертолета. Потому что говорит, что я двигаюсь по улице такой вот. Отлично в дрифт в BMW входит. Мне BMW вообще нравится. Многие мои друзья говорят, да, BMW это... Машина несерьезная, я говорю, да вы что, ребята, вы просто не умеете ездить на ней. BMW это отличный автомобиль. Направляется в каменный туннель. BMW это просто супер. Мы уже ехали в туннель. По туннелю. Пойдите. Ребята, осталось еще 1,5 километра до финиша.
Ой-ой-ой, ну как вот так можно вот перед финишем вот реально врезаться? Вот как так, как так? Давай газу, газу, пошел, пошел, пошел. Как ты? Ты что ж такое? Опять меня несет-то. Получили мы бронзу, ребят. Ну ничего. Бронзовая медаль. Хорошо хоть бронзовая, лучше, чем деревянная. Правильно? Я тоже так считаю. Отлично. Открыта новая машина, дорогие друзья. Доступна новая серия. И что здесь у нас? Ого! Уже новые машины. О, ребята, в новой серии суперкары стали доступны гонки. Ура, ребята, это означает, что мы с вами открыли очень много гонок уже. Вот здесь вот, наверное, да? Да, ребята, это новые суперкары. Здесь у нас есть Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Здесь у нас есть Chevrolet Corvette Grand Sport. Здесь у нас есть Audi R8 Spider 5.2. Так, здесь у нас есть Aston Martin. Здесь у нас есть Dodge Viper. Ребята, короче, у нас тут... О, а дальше, смотрите, можно будет разблокировать Lamborghini, Ford Mustang, Porsche 911, еще раз Lamborghini, Mercedes, Nissan, BMW, Aston Martin, опять Lamborghini. Ребята, там столько точил будет. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск... На моем канале подошел к концу. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А в следующей гонке, в следующем выпуске мы уже поиграем вот на этих тачках, погоняем в новых гонках. Ну что ж, дорогие друзья, пока-пока.